Всем привет! Сегодня мы поговорим о статусах заказов на сайте computeruniverse.net. Мои ранние ролики об этом сайте рассказывали вам, как совершить покупку, через что оплачивать и какой способ оплаты выбрать, а также другие моменты и некоторые нюансы. Сегодня же я вам расскажу о наличии товара, а вернее о том, почему у товаров бывает разный статус. Сейчас постараюсь объяснить, что именно я имею в виду и что, как говорится, от чего возникает. Когда вы сформировали свою корзину на сайте, выбрали необходимые товары, рядом с каждым товаром имеется статус. То есть то, где находится товар в данный момент. Есть несколько статусов. Первый статус – это когда товар находится на складе Computer Universe. Обычно этот товар сразу готов к отправке. Есть статус «Готов к отправке 1-2 дня». Означает, что он находится на ближайшем складе, его нужно дозаказать. Далее имеем статус «К заказу 1-2 недели» и самый продолжительный по срокам – это «К заказу 3-4 недели». Также, когда вы заказываете товар, и этот товар, по вашему мнению, и объективно не слишком популярен, а статус его значится как «Готов к отправке через 3-4 недели», вполне может быть, что этот товар не придет, поставщик просто перестанет его отправлять к магазину, и, соответственно, магазин перестанет его продавать. В этом случае мы увидим следующую картину. Появится статус заказа, товар отсутствует в продаже. Теперь расскажу о некоторых моментах. Вообще, в принципе, когда магазин у себя на складе имеет определенные товары, они могут появиться по ряду причин. Часть пользователей заказала эти товары, но затем не выкупила. Часть пользователей заказала товары, выкупила, а затем отказалась от этих товаров. Либо товары являются популярными, и сам Computer Universe считает маржинальностью заказать определенный список товаров и потом их распродать. Допустим, если мы берем технику Apple, вполне себе рентабельно заказывать большую партию, потому что в принципе она и так продастся. Но если мы говорим о узкоспециализированных товарах, например, о часах спортивных фирмы Garmin, то тут уже, соответственно, необходимо связываться с поставщиками. Если Computer Universe закажет партию из часов Garmin хотя бы 20 штук, вполне может быть и вполне может случиться такая вероятность, что он, в принципе, их не продаст. Тем самым получается ситуация, когда товар закуплен, а его никто не покупает. Поэтому и я наблюдаю в последнее время тенденцию, я думаю, и вы, если уже знакомы с этим сайтом, огромная часть товаров, это подавляющее большинство товаров, все-таки доступны под заказ. Найти товар, который будет уже подготовлен для вас и будет в наличии на складе, ну это что-то из разряда фантастики. Иногда бывает такое, что вы выбираете товар, написано к отправке 1-2 дня, оплачиваете ваш заказ, менеджер обрабатывает этот заказ, и статус резко меняется. То есть, грубо говоря, вы рассчитываете получить отправленную посылку через 3-4 дня, допустим, у вас конец месяца, а получается так, что вместо двух обещанных дней товар может идти целых 2 недели. Почему не меняется статус, это, конечно же, уже вопрос к менеджерам и к качеству именно обработки и быстродействия, опять-таки, заказов. Но нужно иметь в виду, что Computer Universe это непосредственно большой магазин, но не настолько большой, как, допустим, торговая площадка eBay, либо Amazon. Тем самым ситуация стандартная, когда мы имеем большое количество заказов, у нас малый штат сотрудников, и все обработать, быстро подготовить и сделать свою работу качественно получается не всегда в сроки. Конечно, если мы в целом говорим о работе магазина, есть еще огромная масса писем, которые получают на почту, и каждый из написавших хочет получить ответ как можно скорее, получается ситуация, когда товар, например, уже отсутствует в продаже, их статус готов к отправке, и потом получаются несколько неприятные моменты. Вроде бы вы уже рассчитывали на одну стоимость, вроде бы вы уже закинули деньги и оплатили, но ваша посылка придет, допустим, на неделю-две позже. Для кого-то это не критично, но если мы говорим о праздниках и о каких-то подарках, а если вы предприниматель и перепродаете товары, заказанные с этого сайта, то я думаю, для вас каждый день будет важен. Имейте это, конечно же, в виду. Если бы этот ролик я записывал на полгода назад, я бы вам дал универсальное решение. Для того, чтобы 100% убедиться в наличии того или иного товара, необходимо просто написать в поддержку сайта, и менеджер вам, конечно же, по своему желанию распишет все необходимые товары, которые будут вас интересовать, находятся они на складе, либо они в удаленном доступе. В этом случае, как говорится, вы не прогадаете и будете знать непосредственно, есть ли товары. Но опять-таки, пока вы будете уточнять у менеджера информацию, вполне может быть, что ваш товар может заказать кто-то другой, а он был единственным на складе, и поэтому сроки опять-таки могут увеличиться. Но, как я уже сказал, этот ролик я записываю не полгода назад, а сейчас, в начале 2017 года, я могу предложить опять-таки следующее решение. Заходите в группу на Facebook, само собой у вас должен быть аккаунт, пишите сообщение с просьбой указать точные сроки отправки необходимых и интересующих вас товаров. Обычно на обработку подобного запроса уходит в районе 2 дней, что в принципе максимум и, как мне кажется, более приемлемо. Но зато в этом случае вы будете точно знать о том, где ваши товары. Далее хочу отметить, как мне показалось, интересный момент. Часть пользователей интересуется, что делать, если они заказали товар, у которого срок к отправке был 2 дня, а по факту он составил 2 недели.
Есть ли смысл отменять первый заказ и заказывать другой товар, у которого также зеленый статус заказа и срок отправки 2 дня? В этом случае вы попадаете в некоторого рода лотерею, никто не дает гарантии в том, что и второй товар у вас придет в срок, но, как мне кажется, если вы заказали товар и для вас более-менее, пусть даже максимальные, сроки доставки кажутся приемлемыми, лучше подождать, потому что менеджер отправляет запрос производителю, производитель высылает необходимый вам товар, он за вами резервируется и в любом случае он придет. Притом, когда вы видите в личном кабинете примерную дату к получению заказа, в большинстве случаев эта дата не превышается. То есть, если, например, указывается дата к поступлению на склад 1 февраля, то 1 февраля максимум он должен прийти. Очень редко, когда поставщики опаздывают со сроками доставки, а бывает и так, что, например, 1 числа у вас намечен срок получения товара, а по факту вы можете уже числа 25 января, получить статус «Готов к отправке». Продолжая тему о готовности товара, могу отметить следующее. Товары имеют три разных цвета. Это зеленый, желтый и красный. Заказывать товары с красным цветом — это значит потерять время, но если вам товар слишком нужен, думается мне, что он все равно придет. По крайней мере, не было случаев, когда в принципе товар снимали с продажи, он все еще висел на сайте. Статусы обычно бывают у товаров, которые не пользуются большой популярностью, но тем не менее, если вы его закажете, скажем так, магазин где-то найдет да закажет, и вы, собственно, получите этот товар. Зеленый статус — это самый распространенный, составляет более 85% от всего ассортимента магазина. Если вы заказываете подобный товар, то для вас некоего рода гарантия, что в любом случае его получите. Вопрос лишь во времени. Зеленый также бывает двух цветов, это светло-зеленый и темно-зеленый. Темно-зеленый — это когда товар уже на складе Computer Universe, светло-зеленый — это когда товар на ближайшем складе и время до отправки к центральному складу Computer Universe займет около 2-3 дней. Также, если вы находите товар с красным статусом и написано «товара временно нет в наличии», вы можете его заказать, система позволяет это сделать, но рассчитывайте на то, что этот товар может идти пару месяцев. Но опять-таки это для тех, кто в принципе не может найти этот товар нигде. Иногда бывает такое. Захотели вы приобрести какой-то уникальный продукт, в Российской Федерации его в принципе нет, за рубежом тоже нигде не купить, допустим, на площадке eBay продается всего один лот за какие-то невероятные деньги, а вот Computer Universe, пусть с заказом 2 месяца, он тем не менее готов вам доставить этот товар. Для вас, я считаю, в этом случае, я думаю, сами понимаете, будет такой-никакой выход. Как обычно, уже по доброй традиции, в конце каждого ролика я рекомендую вам использовать мой промокод. Промокод дает скидку на 5 евро на первый заказ. Если вы еще не делали заказов с этого сайта, используйте. В принципе, он даст мне какие-никакие баллы, а вам даст скидку в виде 5 евро. Я считаю, что пусть это даже не самая большая экономия, но тем не менее, это экономия ваших средств. Промокод вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Ну а на этом все. Подписывайтесь на новые ролики, пишите идеи в комментарии, задавайте вопросы, если что-то интересует. Также у меня есть профиль ВКонтакте. После того, как я озвучил о том, что у меня есть профиль ВКонтакте, определенная часть моих подписчиков активизировалась. В принципе, я отвечаю, я думаю, вы не даете мне соврать. Так что если у вас уникальный вопрос и вы не смогли его найти в ответах на комментарии к другим тематическим роликам, задавайте. Ставьте лайк, если понравилось видео, и до встречи, до новых роликов. Пока!